Я русский азербайджанец. Я русская азербайджанка. И я русский азербайджанец. И мы живем в Азербайджане. И знаете, сколько нас здесь? Целых 120 тысяч. Мы всегда жили и сейчас живем в мире и согласии. Мы исповедуем свою религию и молимся в своих церквях. Мы учимся на своем языке. В Азербайджане свыше 300 русских школ. Мы празднуем свои праздники и отмечаем их все вместе. Мы отмечаем Пасху и Новрус. Старый Новый год. И День Республики Азербайджан. Мы, как и все азербайджанцы, уверены, что территориальная целостность Азербайджана – основа его существования. Азербайджан не начал эту войну. Но сегодня бои идут на его территории. Около 30 лет 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией. И факт оккупации признают практически все страны мира, включая Россию. 4 резолюции Совета Безопасности ООН и другие международные документы требуют вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Но, несмотря ни на что, уже 30 лет продолжается оккупация. И сегодня Азербайджан борется за свои территории. За прекращение оккупации его территории. И за восстановление добрых соседских отношений. Мы хотим, чтобы наши дети жили в мире и согласии, как это было много лет до начала конфликта. Мы русские Азербайджана. Карабах – это Азербайджан. 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 Карабах – Азербайджан. Thank you.